В Амстердаме решает судьба уникальных артефактов, которые уже 2 года не могут вернуться в родной Керченский музей-заповедник. Начались первые слушания по делу о знаменитом золоте скифов. Коллекцию вывезли из Крыма в феврале 2014 года в Голландию. А когда сроки экспозиции закончились, перед Нидерландами встал вопрос, кому возвращать экспонаты, России или Украине. Судьям предстоит принять сложное решение. Если они признают право крымских музеев на скифское золото, то их могут не понять европейские политики, которые не признают Крым в состав России. России. Но, с другой стороны, если артефакт отдадут Киеву, это может подорвать доверие к голландским музеям в целом. Каждая страна пытается доказать свое право на обладание раритетами. Щекотливый вопрос в досудебном порядке решить так и не удалось. Ожидается, что окончательное решение суда будет оглашено в середине декабря.